Уважаемые гости выставки, российские и зарубежные коллеги, от имени Департамента управления персоналом госкорпорации «Росатом» я вас приветствую на этом форуме. Форум, который, как подчеркнул господин Артисюк, является для нас очень важным мероприятием, которое позволит понять, каким образом российское образование, каким образом сотрудничество в области подготовки кадров может помочь нам в достижении целей использования мирного атома. Я хотел бы подчеркнуть один очень важный аспект нашего сотрудничества. Аспект, заключающийся в использовании тех мощностей университетов России, представителей которых я здесь вижу, которые приехали из всех городов Российской Федерации, в которых есть университеты, в которых есть учебные программы, позволяющие обучать новейшим технологиям с использованием новейших достижений науки и технологий Российской Федерации. И я хотел подчеркнуть, что госкорпорация будет делать все возможное для того, чтобы наладить эффективное международное сотрудничество. Мы приглашаем преподавателей, мы приглашаем студентов учиться в российских университетах, овладевать современными технологиями использования мирного атома. Мы готовы рассматривать разумные варианты сотрудничества, и, безусловно, все, что мы будем делать в этом направлении, будет взаимовыгодно и будет во многом способствовать нашему дальнейшему мирному сотрудничеству. Спасибо.